Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня для любителей криптовалюты хочу поделиться боксом. Называется CoinPay. Регистрация здесь наипростейшая. На почту вам придет письмо. Нужно ввести, будет шестизначный номер. Скопируете, введете, нажмете подтвердить и попадем в кабинет. Вход по имейлу и паролю, не по логину. Я вчера зашла и просмотрела всю рекламку. У меня вся рекламка вот 302 сатоши. Я считаю, это неплохо. Вывод отсюда, друзья. Минимум 10 тысяч биткоин-сатошков. После того, как зашли, идем. Профиль. Здесь вкладочка «Изменить пароль», вкладочка «Бумажник» и прописываем свой биткоин, адрес кошелька здесь и счет плательщика. Это Payeer, друзья. Если мы переведем, вот Payeer аккаунт. Я ввела Payeer и я ввела биткоин адрес. Нажала «Сохранить». Так, идем дашборд. А, нет. Друзья, профиль. Здесь вот двухфакторная аутентификация. Можно установить как бы двухфакторную защиту. Просмотр ссылок рекламок. Здесь Surf ADS, 27 рекламок. Давайте нажмем. И вот начиная с самого большого. Сама малая — это 6 сатошиков. Вот 22 сатошки по 60 секунд, потом по 12, по 7 сатошиков. Далее вот по 6 сатошиков все пошло. И тоже вот, а вот не было 4,5 сатошки. Ну вот давайте одну просмотрим. Нас перебрасывают на страничку. Можно вернуться обратно, идет вот отчет времени. И здесь две капчи. Можно рекапчу выбрать и такой тут пример решать. Я рекапчу. Разгадываем. Подтверждаем. Капча не всегда. 2-3 рекламки капча идет, а потом уже без капчи. Ну, периодически капча появляется. Так, Surf ADS, еще вот такая вот рекламки 2. Здесь 4 сатошики. Ой, 4 сатоши и 11 сатошиков. Вот такая 10 секунд у нас идет рекламка тоже. Загружается страничка. И вот шкала вот здесь она, видите, вверху. Вот она загрузится. Быстро просматривается. И опять вот такая капча 8-1. И вот такую капчу мы разгадываем. Здесь цифры нажимаем, наводим курсор и тянем сюда 7. И вот так на 8-1. А вэри, все, я вот зачет. Ждем и возвращаемся. Вот стало серым. Видео нет. Ну, здесь офервал. Так, здесь у нас вкладочка. Промо-материалы находится. Партнерская ссылочка. Далее. Ну, здесь history. Возвращаемся в дашборд. Опускаюсь ниже. Здесь есть вот вкладочки, они все кликабельные, они есть на Facebook. Я вот заходила на Facebook, к ним смотрела. И Paumont Prof. И как видим, вот 5.06, вот выводы идут. Как бы
показано количество, адрес, имя пользователя. Вот от 10 тысяч минимальный вывод. Ну, в принципе, что еще здесь? Так, панель управления. Чао, вопросы-ответы. Это все можно прочесть, нажмете, связаться с нами. Ну, политика конфиденциальности, калькулятор. Также здесь можно обновлять членство типа того, но я в таких буксах ничего не обновляю, я работаю без вложений. Будет что выводить, буду проверять на вывод. В принципе, на этом все. Все простенько здесь визуальное. Вот. Кому интересно, пользуемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.